Всем привет, ребятки, с вами Сексуальный Джофф и спонсор этого выпуска сайт WotKid. Хочешь выиграть кучу принтанков и гору золота всего лишь за 99 рублей? Заходи на сайт WotKid и испытай свою удачу. Призы в каждом сундуке, никаких пустых контейнеров. Ссылочка на сайт и мой промокод в описании. Ебой! Костя, здорово, как думаешь, почему ВГ не дадут хотя бы... Ты можешь ехать только задним ходом. Чего? Вперед нельзя. Ха-ха-ха-ха! Хорошо, ну ладно. Задним ходом, бля. Хорош, кстати, хороший челлендж. Спасибо, Марусь. Так, мне, короче, нельзя передом двигаться, да? Как Марусь написал на бабахе, можешь ехать только задним ходом. Вперед нельзя. Люблю, друзья, челленджи. Очень, очень интересно. Очень интересно. Так, тут ничего, тут пока ничего. Не, нормально, ребят, ну представьте, что есть же вот это ПТ, да, британская, забыл, как она называется, Арчер. Вот представьте себе, что я Арчер 10 уровня. То есть мне сейчас нужно доехать до угла и законтролить 50Б. У объекта 140 уже, как говорится, ни хрена нет. Хорошо. Обоссали. Я не успею свестись. А может и успею. А, блядь, нельзя же вперед! Ой-ой-ой-ой! Так, а как мне теперь на него выехать заново? Твою мать, Маруся! Маруся, что за челленджи? Владислав, спасибо большое за подписку. Я случайно, пацаны. Слушайте, ну я неплох. Уезжай, поц. Тихо. Так, а как развернуться? Так, вот так. А, ну все, нам... А, он проехал, ебушки-воробушки. Блин, пацаны, ну что за... Всем и Костян, в дискорде у Джова проходит турнир. Там вся информация, заходите и узнаете. Блин, я боюсь, что меня раздамажат. Ой, Т-30. Т-30, живи. Я случайно, господи, что значит все проехал? У нас команда идиоты, а я волнуюсь. Так, 55-ка. Но я боюсь, меня хомяк расхерачит. А, все, я понял, они там уехали. Блин, и что делать? В смысле? А кто подсветил меня? Твою мать, а как мне развернуться? Блин, я так не понял, кто меня подсветил. Блять, у команды, пацаны, сливаются просто забей как. Прям профессионалы 25 уровня, я бы так сказал. Так, хомяка убили, хорошо. Короче, знаете, что я думаю? Я думаю, мне надо сюда уехать. А все, у нас все слились, понимаете? Надо еще отъехать. Блин, я боюсь, этот домик мне помешает. Что я могу? У меня кнопка вперед не работает, дебил. Вот так, друзья, и рождаются тупорылые союзники. У них челлендж на езде только задним ходом. Но надо признать, что даже если бы я ездил передним ходом, я бы дал, наверное, только, ну, плюс-минус один урон лишний. Ну, максимум два. Никого видели, что вы хотите. Привет. Нечего вы, господа, не понимаете в извращениях. Колесник 10 на Малиновке с экипажем от тяжа без переобучения игроков. Задача насветить по максимуму. Эх, мне точно ЛБЗ надо придумать. У Табор, спасибо, но у нас БДСМ пакет, у нас он по 500 рублей. То есть заказать карту и порядок действий без проблем, но... А? Хейтеры, заткнитесь! Батя тащит! Ебой! Ха-ха! Я стоп... Блин, а как мне развернуться теперь? Не, нормально, я так постою. Все хорошо. Так, у Мауса. Слушайте, я и Мауса... Блин, ребят, так хочется затащить. Короче, пацаны, я поехал. Пацаны, пожелайте мне удачи. Тащим задним ходом. Мне в чате пишут, что я бот. Ой, это вор.
Пацаны, мне в чате пишут, что я бот. Блин. Я его маушлен добил. Вы приглашены во взвод. Взвод формирован. Ты чё, блядь, ебанутый, что ли, нахуй? Ты чё там спрятался, блядь, в углу, нахуй? Мы чё? Чё, блядь, долбоёб? Ты чё там стоишь в углу, нахуй? Тут все погибают. Я играю ради удовольствия, ты чё? Долбоёб, блядь. Встал там, блядь. Ты кого там ждёшь-то, нахуй? Ёбаный, кто к тебе приедет? Ты чё, мне 42 года, как ты разговариваешь? А мне похуй, сколько тебе лет, блядь. Ты можешь 50 быть долбоёбом, нахуй. Не смей со старшими разговаривать так, сосунок. Пошёл нахуй, ёбаный, долбоёб, блядь. Сидит там, блядь, горешает, блядь. Забился в углу, нахуй, как мышь, блядь, последняя, нахуй. 40. У тебя сколько урона? У меня 2500. А у меня 4500, блядь. 4500. И да, что? Ты в лицо мне это скажи! Ты в лицо мне это скажи в реале! Приезжай! Псков, приезжай! Улица Курская! Псков, улица Курская, 36! Понял, нахуй, на своей улице, понял? Иди сюда, помоги, блядь, сюда, в Проджета, убей его, нахуй! Думай ты головой, когда в бою играешь, блядь! На какой ты улице живешь? Да похуй мне, нахуй, где ты живешь, блядь! Приезжай в лицо мне это скажи, сынок! Соси ты, блядь, долбоёб, блядь. Сел там, блядь, как ты, нахуй. Я, блядь, не могу. Бурю, блядь, сидит, нахуй. Надули, блядь. Пизданы ты, блядь, надули, нахуй. Блядь, ты приедешь, ёбаный чудовище, нахуй. Слышь, не хами старшим. Ты приедешь помочь нам, ёбаный ты в рот, блядь! Я еду, еду! Блин, надо было через город ехать, Т-30 убить. Жди, не хами, не ругайся, я еду! У меня двигателя нет! Тебя как звать-то? Артур. Артур, ты почему такой злой, Артур? Потому что мы вот здесь вдвоем стоим насмерть. А ты стоишь вот здесь. Ну я два танка убил, гриля и еще какой-то. Я тебя понимаю, я тебе сейчас скажу, если вот так вот, по-честному, я сейчас сыграл за половину команды. Вот просто так вот. Вместе с 430-м. И ты убил двоих танков. Ну молодец, молодец, но я еду, понимаешь? Я еду. Убьешь 30-ку, все будет нормально. Все, я убью. Бум! Базару ноль. И стопку за твое здоровье бахну. Есть. Одного убью. Красава, Артур. Нормальный ты пацан. Ты на самом деле прости, что я так медленно двигаюсь. У меня просто на клаве W ёбаной нету. Я задом только могу ездить. Сын отломал. Оп, вон он где. Помоги, помоги, Атурка! Еду, еду. Убивает! Не убьет, не убьет. Блин, а он же должен был меня убить-то. У него патронов не хватит. Вот. Патроны-то мокрые оказались. Блять, это просто мега эпично, пацаны. Это просто ор, друзья. Тупо лайк, друзья. Все прожимайте лайк за этот бой. Это просто, это второй бой за стрим и просто такой ор. Орище. Орище. На самом деле, я Артура очень хорошо понимаю. У меня бывают такие же бомбления. Он абсолютно прав. Если бы у меня был в команде... Он... Не надо писать, что Артур быдло, Артур плохой. Нет, у меня так же самое от игры, жопа горит. Он абсолютно прав. Есть игра, есть союзники, есть враги. И твоя задача максимально выложиться, победить и все сделать правильно. Поэтому, естественно... Понял, понял. Ладно, я поехал дальше. За твое здоровье, вот, как бы, стопочку, вот прям... Будь здоров, не ругайся, пожалуйста, матом. Спасибо. Иди, братья, ладно.
Я Артурка, ребят, я полностью Артурку, полностью Артурку поддерживаю, но абсолютно прав. Когда вот союзники вот так себя ведут, у меня тоже же горит жопа. Там ты выкладываешься, из последних сил потеешь, они тебя подводят. Не надо про него плохое говорить. Он молодец. Все, мы друг другу руки пожали. Я, батя, пьяный домой вернулся. Он красавчик там. Все хорошо, друзья.